面白いね。こうやって入ってくるんですよね。こうやって。Пока все хорошо. Гражданские ушли. Большинство из них уже перешли границу. Целая страна вот-вот исчезнет. Мы не можем сделать работу, пока они здесь. Чтобы победить эту заразу, нужно ее изолировать. Мне нужно от тебя две вещи.
Во-первых, в километре на восток отсюда есть посадочная площадка. Там сейчас сидит торговец оружием с полным портфелем алмазов и ждет вертолета. Это мои алмазы. Они нужны мне для пограничников. Добудь мне этот портфель, понял? Во-вторых, есть еще СНС и фронт. Во главе у них новые люди, которых поставил ты. Теперь они заодно строят свои чертовы планы. Они ведь знают тебя, не так ли? Можешь войти прямо в их лагерь, и они тебя впустят, так? Когда ты войдешь, ты можешь убить их обоих. Любым способом, который тебе по нраву. Люди на родине говорят, что хотят помочь. Я это каждый день слышу по радио, читаю в газетах. Но они лгут. Они не готовы сделать то, что нужно. Они способны лишь стоять в сторонке, строя себя благодетелей. Мы с тобой нашли способ. Встречаемся на границе. Только ты можешь справиться. Давай-ка проверим. Вот. Hey, I'm leaving, get up!
Что-то не так. Здесь. Давай проверим.
поможем там. Черт возьми, что-то неладно. Сбросить скорость. Как только подойдут грузовики, мы сможем наверстать вообще. Думаю, мы нагоним их здесь. Допустим, прямо группа находится вот здесь. Это примерно на милю в стороне, но мы это исправим. Первая группа была заброшена южнее водопада и преследовала их около 1,5 километра. После чего пропала. От группы в тюрьму. Thank you.
Смотри, ау! Вот так. Почти готово. Дай-ка мне портфель. Все здесь, отлично. Пригодятся. СНС и фронт все еще гоняются за гражданскими. Думают, сумеют всех перебить или затащить обратно. Теперь будут умирать только виновные. Я заложил динамит вон там, у выступа скалы. Детонационный шнур применить не получится. Один из нас должен будет подняться туда и подрубить взрыватели по аккумулятору. Обвал перегородит дорогу и не даст солдатам догнать беженцев. Ну и убьет беднягу, который его вызовет. То есть тебя или меня. Второй отвезет эти алмазы на границу, подкупит охрану, так что проблем с проходом не будет. Гражданские сегодня соберутся в лагерях до последнего засранца. Когда сделка будет завершена, этот человек, ты или я,
прострелят себе голову. Я бы сделал все сам, вот только времени нет. Лучший вариант действий — продумать все сначала до конца. Каждая раковая клетка должна быть уничтожена, включая тебя и меня. И если не доведем дело до конца, все пойдет прахом. Фарс начнется сначала, как всегда. Так что выбираешь, алмазы или динамит? Решать тебе. Отличный пистолет. Никогда не клинит. Один выстрел — все, что тебе надо. Ты ведь на последней стадии, как и я. Но мы можем сами поставить точку. Пусть он пройдет. У меня были все основания пристрелить тебя на месте за то, что ты пронес сюда оружие. Я не думаю, что ты расскажешь, кто стоит за всем этим. Я даже и не мечтал об этом. Скажи, что ты можешь для меня сделать? Желающие попасть в центр переселения обязаны пройти обыск. Любой, кто приблизится к периметру с оружием, будет считаться противником. Ну, я думаю, мы теперь доберемся до убежища. Но ради тех, кто остался снаружи, я надеюсь, у тебя есть еще какие-нибудь идеи, помимо этого своего плана?